амнистия политзаключенным, безусловно, нужна, поскольку, понимаете, степень их вины, реальная степень их вины перед обществом смехотворна, надумана. Таких уродов выпускают из тюрем, которых надо было бы прямо на месте к стенке поставить и расстрелять. Вот. А эти, ну что они такого сделали? Ничего серьезного, и даже сам факт того, что они оказались за решеткой, кроме, допустим, тех моментов, когда кто-то действительно там, может быть, нанес физические увечья там каким-то работникам правоохранительных органов, и это доказано, но это уже не политзаключенные, это хулиганы. Это не политзаключенные. А те, кто именно по политической части, игра, как говорится, выеденного яйца не стоила. То есть... The game is not worth the candle. Игра не стоила свеч.